Представьте, что мы в Америке. Сейчас 1922 год, и для вас есть плохая новость. Уже 2 года действует сухой закон. Но есть и хорошая новость. Мы в подпольном баре, в спикизи, место, нелегально торгующее спиртными напитками. Между нами, девочками, каждый второй тут гангстер, занесший сюда алкоголь контрабандой. Еще одно приятное известие. Мы с вами семья, члены закрытого клуба, любители хряпнуть, потанцевать и повеселиться. Не, ну а что такое? Давайте не будем стесняться и корчить из себя недотрог. Возьмем все самое интересное, дадим ему перебродить, перегоним, разбавим, обязательно разбавим, так хватит всем. И подадим, а лучше продадим друг другу порционно в аппетитных запотевших стопочках. Тост! Будем здоровы! Кстати, о запретах. Только в Нью-Йорке таких заведений в 22-м году было уже 30 тысяч, а в 25-м – 100 тысяч. Один из посетителей, это буду я, напился до той стадии, когда хочется выговориться. Не спрашиваю, кто вы, как вы тут оказались, не мое дело. Меньше знаешь, дольше пьешь. Я же тут, чтобы принять на грудь, потанцевать и поведать, как мы, женщины, докатились до этого и до обнаженных ног из длинных юбок пуританского романтизма викторианской эпохи. А что? В 20-е могу себе позволить любые безумства. Все, что взбредет в голову, теперь я свободна от оков. Веками сильный пол господствовал, подчинял, не давал нам свободно дышать, затянув потуже наши корсеты. Женщина полностью зависела от мужчины. Мы ждали милости на любые действия. Впрочем, я смотрю, время ничему вас не учит. Дамы вновь сидят, не танцуют. Так вы дождетесь, что у женщин начнется великая депрессия, мальчики. А это приведет к ужасным последствиям. Запомните, раз и навсегда важное правило. И это будет тост. Для гармонии мира необходимо лишь одно условие. Все женщины, без исключения, должны танцевать. Я закурю, даже если вы против. Началась Первая мировая, и как это ни прискорбно, но именно она позволила нам освободиться, выйти из единственной предоставленной роли – домохозяек. Причина банальна, пришлось работать, но это оказалось не так уж и плохо. То, что доступно мужчинам, стало доступно и женщинам. После войны, вернувшись, вы, конечно же, попытались возвратить все на круги своя, загнать нас обратно, в клетку, забрать рабочие места, надеть вечерние платья и поставить в плите. О, где моя покорная девочка Мэри? Что только не придумывали. Но не тут-то было. Джин уже выпущен из бутылки. Плесните мне его в бокал и смиритесь. Забудьте о скромной, трудолюбивой и набожной. Теперь ничего не будет, как прежде. А ведь вам понравилась наша свобода, признаетесь, сокращение мужской популяции вынудило нам, дам, привлекать себе внимание яркими и сексуальными образами. Ой, что тут началось? Жуть, мрак, кошмар, безбожно, безнадежно, безобразие, вопиюще. Суфражистки, феминистки, как только не обзывала нас мужская пресса, втайне восхищаясь и подглядывая за нами. Ой, не учите нас жить. А чем мы могли бороться? Какое оружие есть у слабой женщины, кроме ее красоты? Тост! Давайте же выпьем за эпатаж! Нате вам яркий лак и макияж, который до этого был знаком проституток и артисток мюзик-холла. Талия больше не стянута корсетом. Дудки! Знак протеста. Мы спустили ее линию на бедра. Где талия? Нет талии. Безжалостно срезав длинные волосы, мы присвоили себе брюки и демонстративно закурили сигареты. Мы показали вам свои ноги, обтянутые в шелковые чулки на подвязках, и не только обнажили коленки, мы открыли пятки. Крайне прилично. Надев короткие юбки, сели за руль автомобиля, мотоцикла и даже самолета. А еще, ха-ха, без стеснения, могли хряпнуть в забегаловке стакан виски, и не один. Мы стали спортивны и успешны. Мы такие бунтарки. Получите и распишитесь. Тост за женщин. Эмансипация, революция. Теперь мы сами можем назначать свидания мужчинам.
Если захочешь, дружок, можем совершить автомобильное путешествие вдвоем. И ты вовсе не обязан после этого надеть на меня наручники, что означает на нашем сленге «жениться». Но, однако, тебе понадобится джек, деньги. Потому что твой помидорчик, девушка по-модному называется томатом, может захотеть пойти в ресторан. И там ее непременно нужно угостить. Гигалвотер, хихикательная вода, алкоголь тот же. Правда, я могу сказать тебе, банк is closed, банк закрыт. Поцелую в этот раз не будет, сори. Пуританское общество старой формации боролось с нами как могло, наградив с презрением унизительным, каким казалось прозвищем, флэперы, хлопушка, мухобойка, вульгарная и наглая особа легкого поведения. Ой-ой-ой, ты меня убиваешь. И у Слэми, как забавно. Мы нашли такое прозвище забавным и не возражали. Флэперы так флэперы. О, эта борьба могла закончиться ужасно. Но на помощь к нам пришел джаз. Тост за джаз. Безумные 20-е, ревущие 20-е, золотые 20-е. Хо-хо-хо, блеск, шик, лоск, фасон, красота, роскошно, и мир элегант, пайетки, стеклярусы, бисер, бахрома и перья, меховые баа, кружите нас, кружите. Флэпперы, 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 мы породили это, мы перевернули мир с ног на голову. Мятежные, смелые и бесшабашные любительницы развлечений. Завсегда тайки джазовых клубов, танцующие новомодные и малопристойные танцы. Наш ослепительный блеск, как магнит, притягивал к себе мужчин, и они сдались. Все, все до последнего. Губы бантиком, окрашенные помадой цвета вина с экзотическим названием «Бычья кровь», контур губ лук Купидона, изгиб верхней губы – это рукоятка лука, а нижняя – натянутая струна. Он стреляет, не промахиваясь, прямиком в цель, поражая сердца. Для привлечения внимания много вызывающей косметики. Именно мы помогли большим шишкам обогатиться на косметической индустрии. А в начале пути, не поверите, для подводки наших томных глаз мы использовали конец сгоревшей спички. Стрижка паж, подведены глаза, нитка жемчуга, яркие губы, это словно по сердцу фреза, так сверкайте же медные трубы. Флэппер, девушка эмансипе, петинг патис без компаньонок, с нее можно махнуть в Сан-Тропе, ла гарсон и чистый бесенок. Джаз, двойная любовь, алкоголь, блеск ночей кокаином распятых – это все сексапильная роль юной бабочки Шебы 20-й. Шляпка-колокол прячет наш взгляд, губы красный лук Купидона не скрывает колени наряд. Флэппер, женщины, мы вне закона. Эта прекрасная эпоха веселилась, пила шампанское, играла в гольф, проводила время в ночных клубах, но потом случился обвал фондовых рынков. 1929 год, наступила Великая депрессия, 30-х. А все почему? Мужчины перестали приглашать женщин танцевать, и это неизбежно привело к трагедии. Ничто не может разрушить мир так, как равнодушие к женщине. Запомните раз и навсегда, внимание, это тост. Для гармонии мира необходимо лишь одно условие. Все женщины без исключения должны танцевать.